Всем привет, друзья! С вами ваш канал Сельхозпеределкин. 1 июня 2015 года. С утра сегодня я выложил видео о том, как я приехал на первую прополку подсолнуха. А вот сейчас уже получается около 3 часов дня. Пообедал хорошенько. И продолжаем работу на кукурузке. Эта кукурузка вам может быть знакома по видео НТЗ-82, первая прополка кукурузы. Ссылку на видео вы увидите в нижней части этого видео. Ну вот, прошло время, не помню, правда, сколько дней, по-моему, неделя или полторы. И вот наша кукуруза, она уже вот побольше. Некоторые растения уже достигают 7 листков. Уже она высотой сантиметров 30, ну от 20 до 30. Уже о монотонной работе не идет и речи, потому что скорость движения уже можно и десяточку ехать на восьмой. Ну вот, как видно, видите, я раньше в первом же видео я рассказывал, что я максимальную защитку буду делать, чтобы не загортало растение, потому что слишком маленькие они были. Ну а сегодня, вот смотрите, сравните, вот как было, вот маленькая, большая защитка точнее. Ну а теперь вот насколько меньше стало. Это поле, конечно, мы будем на днях и гербицидами брыскать, чтобы поубивать все, или по крайней мере процентов 80 хотя бы бурьянов, те, что останутся в рядку. Ну а сейчас мы проедем немножко, чтобы посмотреть, на какой же скорости я двигаюсь. Опа. Как всегда, все стабильно насчет трактора, тракториста и всего прочего. Так, тыкаю восьмую оску. Вот, держим. 1500 оборотов на тахометре, и это почти 10 километров в час. Ну вот, сзади у нас пыляка, ничего не видно, но в принципе результат вы и так все увидели. На этом спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим пальцы вверх и не забываем заходить в группу ВКонтакте. Впереди еще очень много интересного. Пока, друзья!